За моей спиной сейчас находится город Сухум, столица Республики Абхазия. Город не видно, поскольку сильный туман. Бои за Сухум начались 16 сентября, продолжались до 27 сентября 1993 года. Ранее до этих боев было заключено перемирие, и люди, которые были заинтересованы в том, чтобы Абхазия вышла из состава Грузии, нарушили это перемирие и ввели войска в город Сухум, откуда была выведена тяжелая артиллерия, и грузинские войска были оттеснены в сторону реки Ингури. Вот так вот живут в современной Абхазии. 2023 год. Чуть дальше Сухума проехали. Гулрыбский район. Видно, что да, некоторые квартиры пострадали, некоторые жилые до сих пор. Это у нас уже Восточная Абхазия. Это нормально у нас явление. Буйволы ходят по дороге. Мы находимся возле здания парламента Республики Абхазия, за которой была битва в 1993 году. Сегодня у нас 2023 год на году, на кону. И вот в таком виде оно сохранилось. Как исторический памятник, ничего особо не изменилось. Пустует. Я думал на самом деле, что это действующий парламент. Но как мы видим, это здание как историческая ценность остается. Напротив здания находится парк. Тридцать лет прошло спустя боевых действий, которые здесь происходили во время грузино-абхазского конфликта.